Итак, дорогие друзья, в этом уроке мы поговорим об очень интересном секции камера RAW. Вот он здесь находится, в программе DaVinci Resolve. Итак, что такое вообще RAW? RAW – это формат сырой цифровой фотографии, то есть с английского слова «сырой необработанный». Вы меня спросите, а при чем тут фотография, видео? А я сейчас вам объясню. Давайте вот заглянем папки, где я снимал, например, DaVinci, вот Blackmagic. Вот видите, все во всех папках здесь, все файлы у меня находятся как бы фотографии, секвенции из фотографий. То есть у нас каждая папка по RAW фотографии. То есть у нас одна секунда ровно делает 24 RAW фотографии. В принципе, сам RAW это не как визуализация, это цифровой негатив, как бы. Там, то есть там сохраняются метаданные, то есть идентификация камеры, техническое описание условий съемки, параметры обработки по умолчанию и разные там всякая информация. То есть это сырая информация, которая находится прямо в матрице. То есть их невозможно визуализировать без дебайдинга, да, то есть надо их как будто, как в былые времена старину делали через негатив пленочной фотографии, то есть оттуда можно разные фотографии получить, потому что это у нас цифровой негатив. Компания Adobe предложила свой формат DNG, Digital Negative, и вот в основном, когда все камеры, которые снимают в данный момент, давайте посмотрим камера RAW. Вот здесь у нас есть 4 набора. Arri Alexa, Red, Sony RAW, Cinema DNG. Вот мы, когда будем работать с камерой Blackmagic Cinema камере, выбираем всегда Cinema DNG, потому что он снимает в этом формате. Давайте обсуждать. Ну, если вы сняли материал на Arri Alexa, берете Arri Alexa. Вот здесь не очень особо есть каких-то вот настроек. Decode quality – это декодирование, качество декодирования. Если у вас компьютер не очень сильный, можете поставить quartet resolution или half resolution, то есть половинная резолюция. И decode using. Здесь есть Arri default, то есть как сняла матрица камеры Arri по дефолту, или же камера метаданные. Или проект. Когда вы ставите проект, можете изменять color температуру, экспозицию и sharpness. Те же самые функции сейчас посмотрим у Red. Но у Red очень большие возможности по настройке. Вот посмотрим. Decode quality. Здесь разные вот можно настройки поставить. И еще один фактор я вам скажу. Если вы даже здесь поставите quartet resolution good, то есть четверть резолюции, когда вы будете работать в секции, давайте apply сделаем, color секции, здесь резолюция будет четверть показывать. То есть это предназначено для компьютеров с малой силой, да, чтобы когда обработка делается 4К, 8К, 5К, конечно же, можно здесь резолюцию ставить вот такого плана. Но обратите внимание, после того, как вы вставляете там resolution наполовину или же четверть, вот здесь output всегда ставьте вот эту галочку. Force debugger resolution to highest quality. Это означает, если несмотря на то, что вы даже когда делали color gates половины резолюции или четверть резолюции, то есть разрешением, все равно при рендере у вас debugger произойдет с высшим качеством quality. Это всегда запоминайте. Вернемся опять в секцию color и камера RAW. Play quality. Здесь тоже можете вот выбирать, если у вас не сильный компьютер, например, quartet resolution, допустим, bit depth. Это глубина цвета 10-16. Time code оставляем как камера. Decode using. Это зависит от того, например, red default, по дефолту вот будет все стоять. Камера метаданные. И проект. Ну, обычно, если вы хотите какие-то изменения делать, то есть те изменения, которые вы будете делать именно камера проекты, будут действовать на все клипы на тайм-линии.
Ну, здесь вы можете исправить ISO, контрастность, saturation, Kelvin можно исправить. То есть все настройки, которые вам нравятся. Потом, Color Science, здесь стоит версия 2, не будем трогать. Цветовое пространство. Я вот читал в некоторых форумах, что сам Red предлагает цветовое пространство ставить Red Color 2 или Red Color 3. Ну, давайте поставим Red Color 2. Gamma Curves. Здесь есть три варианта. Red Log Film, Red Gamma 2, Red Gamma 3. Это в форумах я читал, что вот основные вот выбираются эти гамма для обработки. Все, другие денойз мы не будем трогать. Если там очень шумный у вас получается, можно еще здесь немножко минимум поставить. Но эти же функции можно по отдельности на каждом клипе это поставить. Я это покажу. Сейчас перейдем на другую часть. Sony RAW. Тоже самые вещи, которые я рассказывал в предыдущих. И важнее, вот я выбираю Cinema DNG, потому что вся моя вот эта съемка, где я снимал, производилась камерой Blackmagic CineCamera. Из-за этого я выбираю Cinema DNG. Вот у нас Decode Quality, я выбираю Quartet Resolution. Play Quality тоже я выбираю, чтобы не очень тормозило мой компьютер. Decode Using. Если я вот оставлю в таком виде Cinema DNG Default, он по дефолту вот уже вот поставить вот такие вот свои настройки. Давайте просто это все здесь уберем. Вот. Сейчас надо его во все. Сейчас. То есть, когда ставим здесь по дефолту, Decode Using Cinema DNG Default, вот смотрим, это материал, который прямо выходит из матрицы камеры Blackmagic. Вот. То есть, видите, да? Давайте вот остановимся на этом кадре, например. Так. Сейчас... Здесь, когда ставите Decode Using Cinema DNG, никаких изменений практически невозможно здесь сделать. То есть все, что вы будете делать, можете вот сделать здесь. В секции Color Wheel или же Primaris. Давайте изменим еще. Здесь камера метаданные. Камера метаданные это тоже самое, что Cinema DNG. То есть те метаданные, которые мы взяли из фото, то есть матрицы камеры. Вот видите, ничего не изменяется. Еще раз зайдем в камеру RAW и здесь на этот раз выбираем Project. Это означает, что Decode Using, то есть Project, какие бы мы изменения ни делали бы, это все изменения будут действовать на все клипы проекта. То есть, например, мы сняли хотим изменять, то есть Кельвин, да, температуру цветовую. Можно вот запросто здесь выбирать Daylight. Автоматом здесь меняется. Можно сделать облачную погоду, если вы сняли. Там тоже White баланс. Баланс белого можно ставить. Tungsten. Но я обычно что делаю? Делаю дефолт, то есть custom. И сам выбираю. Давайте вот, например, color температуру сделаем, например, вот так. Нажимаем Apply. Здесь надо было вот, например, на этом ставить проект. И вот все те действия, которые мы делаем здесь, проекты, действуют на наши все каналы. Ну, давайте еще, например, сделаем 5000, например, apply. Вот видите, здесь меняется. То есть не только здесь, вот на разных здесь. Если перейти на вот разные футажи, те действия, которые мы делаем для проекта, действуют на все каналы. White баланс, допустим, давайте поставим as show, то есть как мы сняли с фотоматрицы. У него там по умолчанию стоит 6500 кельвинов. А Color Space здесь у Blackmagic Cinema Camera есть своя
лог цветовое пространство. Это называется BMD фильм. Я выбрал его. Если поставить Rec 709, Apply, вот, сейчас видите, меняется здесь цветовое пространство на 709. Ну, то есть, как обычно телевидение, HD телевидение показывает, та цветовое пространство. Но я обычно, когда работаю, ставлю BMD фильм, и вот эту галочку всегда вставляю Highlight Recovery, потому что, когда у меня есть некоторые, как бы вам сказать, некоторые пересветы, он исправляет все эти мои пересветы. Те же самые же настройки мы можем делать из медиапула. Например, выбрать какой-то из этих файлов. Вот здесь есть кнопка Edit CinemaDNG Codec Setting. То есть отсюда тоже выходим на отдельный клип. И вот на отдельный или же проект, или же клип, те же самые настройки можем делать. Это возможно еще сделать вот на таймлине тоже. Вот, например, выбираем этот клип, например. Заходим в камера RAW. И здесь, например, вот выбирая вот клип, то есть индивидуально в каждом клипе мы можем делать изменения камера RAW. Вот, смотрите, вот тинт можно делать. Цветовой вот, смотрите, Кельвин я меняю, вот меняется цвет. То есть это индивидуально делается, и можно эти все настройки, например, вот такие вот, выбрать вот какие-то вот каналы, вот так. И нажимая вот на эту кнопку, то есть Apple Change to All Selected Clip, то есть применить все изменения с выбранным клипом. И вот так, нажимая на них, вот здесь это меняется, да, например. Давайте его поменяем еще раз клип. Просто нужно было выбирать. Например, изменять здесь. Вот. И все клипы, вот видите, меняются. То есть здесь тоже можно этим управлять. Ну, я советую поклипно не работать с камерой RAW, потому что лучше вот отсюда ставить на проект камеряк, здесь ставить white balance, ну вы сами выбираете Кельвин, какой снимали, днем или ночью, я не знаю, или же в комнате, помещении, и color space всегда выбирайте BMD фильм, когда если сняли на камеру Blackmagic. В принципе, о камере RAW на этот урок у нас заканчивается. На будущих уроках мы досконально будем говорить о color коррекции. Спасибо.